Светлана Бондарчук внезапно заявила о желании вновь стать матерью. В августе экс-редактор журнала «Hello» и бывшая жена режиссера Федора Бондарчука вышла замуж во второй раз. Избранником знаменитости стал фотограф Сергей Харченко. В браке с Бондарчуком Светлана стала мамой дважды. Сын Сергей пошел по стопам знаменитого отца и стал актером. Особенная дочь Варвара сейчас проживает с папой и его новой женой, актрисой Паулиной Андреевой. На днях же Светлана вдруг заявила, что была бы не прочь реализовать свой материнский инстинкт еще раз. Присутствие Харченко рядом является весомым стимулом для воплощения плана в жизнь. Задумывается Светлана и о поле будущего малыша. Поскольку и сын, и дочь у Светланы уже есть, и тот, и другой опыт станет для нее не первым, но уникальным. Мальчик лучше. Мне с мальчиками как-то понятнее, как обращаться. Хотя девочки тоже хорошо. Можно и мальчика, и девочку, подметила она. В сети же стремление родить еще одного ребенка не оценили. Люди поспешили напомнить Светлане о ее возрасте.